Ежегодный спортивный поединок среди школьников Ленинского района – полюбившееся мероприятие. Даже летом ребята не перестают тренироваться, совершенствуют физическую подготовку, чтобы достойно представить свое учебное заведение, показать себя в испытаниях разных уровней сложности. Эта спартакиада зародилась у нас в районе очень давно. И это была идея комиссии по делам несовершеннолетних. Почему? Потому что самая главная задача – это чтобы все наши дети были заняты. Заняты хорошим делом. В этой спартакиаде по 7 видам спорта принимают участие ребята, все, кто проживает на территории Ленинского района, учится на территории Ленинского района, а также состоящие на различных видах учета или признанные находящиеся в социально опасном положении. Спартакиада – отличный шанс проверить свои силы в таких видах спорта, как мини-футбол, пулевая стрельба, пожарно-спасательный спорт, настольный теннис, шахматы, плавание, а также в подвижных играх. Интерес к мероприятию только возрастает. Если в первые годы среди участников было лишь несколько энтузиастов, то в нынешнем состязании изъявили желание показать себя более 500 школьников. Ребята от 10 до 18 лет на протяжении нескольких соревновательных дней отстаивали честь родного учебного заведения. Такую инициативу не могли не оценить представители открытого акционерного общества «Берестейский пекарь». Из года в год предприятие оказывает поддержку в проведении спартакиады, радует ленинцев вкусными подарками. Мы приняли решение оказывать, и в первую очередь лично генеральный директор принял решение участвовать и оказывать помощь в проведении вот этого мероприятия. Как бы то ни было, дети, и не надо это скрывать, к сожалению, в летнее время иногда и бесхозные, и брошенные, и так далее. Поэтому вот это, оно стимулирует детей, стимулирует занятия спортом. Ну а мы всячески способствуем этому. Гимназист Андрей Романюк в такой спартакиаде не новичок. 4 года подряд он показывает результаты в разных видах спорта. Юноша, как и его сверстники, тренируются в свободное от занятий время и в каникулярный период на школьном стадионе. Если бы мы не захотели, то в принципе мы бы сюда и не пошли. Потому что без какого-то желания, я думаю, ни одно соревнование выиграть невозможно. В этом году по итогам всех испытаний лучшими стали команда 5-й средней школы. 2-е место досталось 16-й, 3-й гимназии номер 3. Видим, что наши ребята развиваются, время не стоит на месте. И, естественно, будем предполагать, и уже у нас есть очень такие интересные надумки, чтобы в следующем году были новые идеи. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».